Прошлый раз эта команда удивила всех не только своим талантом, но и сплоченностью. А все благодаря их лидеру, заслуженному артисту Таджикистана Юльчибой Кодирову. Мне важно, что я нишан дадам. Они верили, был шагурдон и ходам. Они не верили умаги. Я подготовил этот номер для полуфинала, чтобы показать, какие у меня талантливые дети и внуки, которые могут продолжить мое дело, мое искусство. Все, что связано вообще с народным творчеством, всегда меня будоражит. Там волнует, жду с нетерпением. В этом возрасте для меня уже счастье участвовать в таком масштабном проекте и находиться среди этой молодежи. 4 страны, одно шоу и 1 виза. На сцене семейный ансамбль Юльчибой Кодирова. Таджикистан. Семейный ансамбль Юльчибой Кодирова! Губы, Юльчибой! Спасибо вам за этот праздник, который вы нам сегодня подарили. Действительно, номер был очень-очень энергичным. Вы украсили сегодняшний концерт. Спасибо! Еще одна такая ремарочка, да? Не хватило душевного таджикского плова. Вот чего не хватило. Это означает, клянусь, в следующий раз будет. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.